вже налаштовуємося на новий рік, програмуємо себе тільки на позитив. І у цьому нам допомагає наш вже психолог, я вже кажу, наш і ваша Альбіна Почена. Доброго ранку. Добре утро. А так, сьогодні ми поговоримо, ну, по-перше, там за депресії, поки відпустимо цю тему, поговоримо про те, як налаштувати себе на хороше, на новий рік і чи варто програмувати себе у цей період. Все-таки мы верим в чудеса, в некую сказку, и каждому человеку нужен какой-то рубеж. Либо это смена сезона, либо это новый личный год, либо же вот такой новый год, когда психика все-таки настраивается, все, это закончилось, будет новое, и, естественно, легче что-то планировать. Но прежде чем планировать, все-таки важно проанализировать то, что было. Потому что без этого мы, без этой точки отчета мы дальше не двинемся. Все равно стоит вначале посмотреть, что было хорошего в этом году, какие были ошибки, какие были противоречия, где в какой-то ситуации можно было поступить по-другому. Более позитивно на все это посмотреть, вспомнить вместе с семьей, вместе с близкими, какой был этот год все-таки, какие были в нем эмоции, краски, можно представить его в виде цвета, в виде какого-то образа. И уже после этого можно тогда приступать к планам. Планировать следующий год. И важно здесь почувствовать все-таки, каким хочется, какое хочется состояние, потому что стереотип, что нужно писать много целей, яркие краски, обязательно застолье, шампанские, писать желания, съедать, выпивать все это вместе. То есть нужно почувствовать, а хочется ли, потому что динамика нашей психики, она волнообразна, мы не можем все время быть на подъеме. Иногда хочется полежать. Все чаще и чаще мы слышим, что хочется встретить Новый год в пижаме, закутавшись в пледик у камина, потому что все-таки предыдущий год, наверное, был очень динамичный и насыщенный. Поэтому важно прислушаться, а какой хочется, чтобы был следующий год? Может быть, более плавный, более спокойный, многие желают какой-то стабильности. И тогда лишние вот эти эмоции и драйв, они все равно с душой не будут совпадать, и будет вот та самая депрессивное состояние. Ага, тобто правильно? Не варто. А вірите ви, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш? Бажен, хто вірує. Поэтому, конечно, внутренний настрой, если же несколько раз закрепилось у человека, что он запланировал так, и получилось, что Новый год встретил и закрепился этот результат, то это уже как верование идет, внутреннее убеждение, которое работает. Мы сами чудеса можем создавать в своей жизни, поэтому, конечно, можно использовать эту программу. Создать именно то настроение, которое хочется запустить в следующем году. А вот как правильно подготовить себя к Новому году? Мораль. Понятное дело. Физически мы понимаем как, а вот морально? К Новому году, то есть все равно, или и к празднованию Нового года, к Новому. Ну, желательно, да, и то, и другое. Да, то есть все равно мы вспоминаем все сферы нашей жизни, опять же таки анализ и планирование. То есть мы смотрим на себя с точки зрения физического тела, здоровья максимально, то есть не только бегаем, покупаем на праздник, пишем, составляем меню, список подарков, то есть, конечно, лучше уединиться хотя бы полчаса, зажечь себе, может быть, какую-то свечу ароматическую, построить, послушать себя. Дійсно, цей передноворічний період ми повністю забуваємо про себе і віддаємося подарункам, ми не думаємо про когось, про кого. То есть бесконечное какое-то движение мы действительно не чувствуем. Потом есть чрезмерное ожидание, что вот придет этот Новый год, и все начнется совершенно по-другому. И на самом деле мы не чувствуем в этот момент, мы просто теряем свое вот внутреннее состояние. Поэтому важно уединиться, просто прислушаться, какие в голове мысли. Техника замереть, не двигаться, просто сесть на диване, посмотреть в одну точку и послушать, что у меня в голове происходит, какие мысли меня беспокоят или о чем я думаю, немножко отпустить. Может быть, если чувствуем напряжение, либо же пойти заняться тренировкой, несмотря на то, что нужно бежать за какими-то подарками. Либо же сходить там на йогу или включить какую-то медитацию и немного расслабиться и почувствовать себя, чтобы услышать и правильно, как хочется войти в следующий год. Плюс на самом деле очень важно уединение и вот такие вот паузы, которые дают возможность слышать. Я, чесно кажучи, навіть по собі помічаю, що є якась все ж таки передноворічна, коли оцей стрес, ми бігаємо, 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 а потім сідаємо, і така якась, ну, не те, щоб депресія, але смуток, який з'являється перед Новим роком. Можливо, це у мене, але наскільки я знаю, у багатьох людей такі. У многих. Ну, опять же таки, наша нація більше склонна к лечению, нежели профілактика і предотвращение. Вот как раз те, кто подсознательно не делает специальный анализ прошлого года, рано или поздно без сознания наше приходит. А что ты добился в этом году? А к чему этот весь праздник? В прошлом году ты тоже делал прекрасный Новый год. И что? А где и какие-то сферы? Вот я опять там не создала семью,
вот у нас там на работе какие-то заботы, это все равно эти мысли никуда их не деть. Поэтому лучше сесть осознанно, честно себе, признать это, и дабы не допустить вот это депрессивное состояние. И все-таки сменьшить ожидания, потому что если мы пишем список своих целей, следующая графа – это писать, что я буду для этого делать. А так мы список написали, а и вот Дед Мороз, следующий год, обов'язково петушок, все зробить за мене. Сам все делает. Это только детям работает, потому что родитель будет читать эти списки желаний. А все-таки мы взрослые личности, и нужно брать ответственность за свои желания, за действия в эту сторону. Поэтому важно еще и прописать, что я буду для этого делать, и снизить некое это ожидание вот чуда, волшебства, дабы не создавалось вот это вот депрессивного настроения. Тобто, Альбина. Прекрасні ліки – це якраз не пігулки, а самоаналіз. Мені цікаво, а от Альбіна вірить взагалі в чудеса? Я вірю. І в волшебство. І волшебства, і обов'язково. Мені одразу видно, що вона вірить. І обов'язково це робити такі психологічні ритуали, якісь написання відкритки своїм близьким, дарити радість, робити безкінечні подарунки. Робити це іскренне від душі, не чекати того, що Вселенная потім це компенсує, я зроблю зараз добре, потім мені буде добре. Просто від душі почувствовать, що насправді хочеться нашому внутрішньому ребенку. Тому що в кожному чоловіку є внутрішнє дитя, яке, можливо, якийсь Новий год не отримало подарунок. И иногда мы рекомендуем и взрослым пойти и купить тот подарок, который вы хотели в детстве. Пойти и истинно порадоваться тем праздникам, праздничной атмосфере, которая есть. Не красиво сделать селфи, а не собрать миллион лайков. Как завжди там идут, сумни-сумни потом на селфи. Такая света. Почувствовать эту атмосферу, создать этот праздник внутри себя, для того, чтобы все-таки следующий год был более позитивный, более осознанный. Дякуємо. І останнє, дуже коротенько, якщо можна, тезово, як відсвяткувати так, щоб було легко вийти на роботу? Мається на увазі не меню і напої, які ми вживаємо, а суто психологічний спектр. Безусловно, обращаємося все туди ж к плануванню. Зарані запланувати всі текущі питання, періодично, щоб вони фоново в полі зрення висіли якісь стікери, де написано, коли вийти на роботу, що потрібно зробити, якісь якоря, які там отчет ежемесячний, або еще что-то. Ну и плюс, на самом деле, наша славянская душа празднует весь январь. Поэтому и мы рекомендуем все-таки приходить с подарками на работу, возвращаться, еще праздновать Старый Новый год. А у нас потом бесконечное праздника и крещение всевозможные. То есть приходить и все-таки продолжить, потому что наша нация любит праздники. Все равно работодатели знают, что январь – это уже вот такой период. Пусть лучше принести этот праздник на работу и продлить. И тогда не будет такого выпадения из состояния рабочего. Да, гуляти ми любимо, тепер і вміємо правильно налаштовуватися тільки на позитив, мріяти, плануйте, аналізуйте. З наступаючим вас. Дякую вам. З наступаючим. Да, ну а ми увидимся після реклами і кліпа.